Всем привет! С вами ваш друг, сертифицированный тренер от Брайана Трейси Андрей Шаура. Сейчас мы с вами поговорим о том, как правильно стартовать в бизнесе Бэйби. Приготовьте, пожалуйста, ручки, приготовьте ежедневники. Те рекомендации, о которых мы сегодня будем говорить, они позволят вам выйти на доход в месяц более 1 миллиона рублей. Через один год. Мне удалось выйти на такой доход через 5 месяцев. То есть, используя вот такие вот навыки, зная, как это делать, через 5 месяцев. У вас это получится через год, если вы будете это делать. Я сегодня всех вас приветствую. Прямой репортаж идет с Байкала. Вижу здесь партнеров с разных стран мира и регионов. Напишите в чате, кто откуда. Вижу здесь Россия в большом количестве, Израиль, Казахстан, Украина, Молдова, Румыния, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, Болгария, Англия, Грузия, Азербайджан, Узбекистан, Чехия, ДНР. Румыния, Молдова, в общем, Америка. Хороший состав сегодня на тренинге. Ребята, значит, правильным путем идем, расширяем географию, не стоим на месте и достигаем больших с вами высот. ЛНР еще есть, отлично. Вот смотрите. Как вы думаете, чтобы зарабатывать в бизнесе Бэйби более миллиона рублей, какие навыки у вас должны быть изначально и какие навыки надо потом развивать? Вот мы говорим о бизнесе, где вы можете зарабатывать 9 видов заработка. И зарабатывать в месяц более миллиона рублей. Какие же навыки надо, чтобы зарабатывать такие колоссальные деньги? Попасть в 1%. Ну, правильно, правильно мыслите. То есть, искусство общения, психология общения, ну... А если сказать простыми словами, вы должны быть позитивным. То есть человек, который делает дело, он должен быть позитивным и позитивным на длительную дистанцию. То есть любое дело, которое вы должны делать, оно должно начинаться с улыбки, с доброты. Мы строим командный бизнес. Мы строим командный бизнес. Это означает, что мы работаем с людьми. Это значит наша задача научиться и делать так в плане своего мышления и поступков, как позитивный, благородный, добрый, искренний, честный человек. Понятно, да, друзья? То есть без этого невозможно построить что-то большое. То есть более миллиона рублей в месяц невозможно зарабатывать, если ты не добрый, если ты черствый. Потому что мы работаем с людьми, нас окружают люди, за нами идут люди. И здесь вот преимущество интернет-маркетинга в том, что мы создаем вокруг себя, понимаете, энергию. Мы показываем стиль жизни. И поэтому строится бизнес. Мы показываем, как можно жить. Вот это и есть философия правильного маркетинга. Мы показываем пример людям, как можно жить. Вот вы только что смотрели видео, где я был на вилле, и вы смотрели, и там я рассказывал, что это уже не первый год,
что я на этой вилле постоянно нахожусь. То есть я был успешным еще до бизнеса B-Epic, потому что я там уже находился. Я находился более чем 50 стран мира. И успешность заключалась именно в позитивном мышлении, в доброте, в трудолюбии, к уважению, уважение к наставнику, уважение к партнерам и к лидерам, которые соответствуют системным действиям. То есть очень важно уважение к партнерам, которые соответствуют системным действиям, которые вместе с тобой идут и развиваются, строят команду, строят лидера, строят наставника, строят продукт, строят систему, строят команду. Вот эти вот навыки, они тебе будут помогать достигать больших результатов именно твое мышление. Твое воодушевление, твой восторг, твоя заразительность. То есть люди будут смотреть, как ты реагируешь на жизненные трудности, как ты реагируешь на негатив, как ты реагируешь на разные сплетни. Вы же поймите, мы работаем с людьми, и в процессе построения бизнеса, а мы говорим о длительной дистанции, за 1-3 года вы столкнетесь с определенными моментами, что люди между собой общаются, что-то надумывают, что-то придумывают. Кому понятно, о чем я говорю? То есть, видите, а вам нужно выстоять среди вот этого негатива, выстоять среди этих сплетень, выстоять среди тех жизненных ситуаций, когда вы идете вперед, а что-то не получается. Не опустить руки, постоянно быть позитивным, несмотря на то, что, возможно, не все так, как вы хотите. И вот вы станете лидером, когда вы пройдете через вот эти все препятствия, вы станете лидером. А лидер добьется самых больших высот. То есть самое главное сформировать позицию лидера в своем мышлении. Что вы должны понимать? В первую очередь, выстроить отношения надо с наставником. Самая важная ценность при построении бизнеса – это твой наставник. Если ты позволяешь себе говорить про своего лидера, про своего наставника неуважительно, ты никогда не построишь бизнес, потому что в данном случае ты своим партнерам, новичкам будешь говорить про то, что там наставник неправильно работает, лидер неправильно работает, а вы так не делаете. То есть как только у тебя появится сомнение в твоем разуме про лидеров, про наставников, про систему, что, может быть, бизнес надо делать не так, как говорят. Они так говорят, потому что им так выгодно. А мы будем по-своему делать бизнес. Мы будем делать по-своему. Мы будем по-другому делать бизнес в интернете. Мы по-другому бизнес будем делать на земле. Мы по-другому будем общаться с людьми. Мы другие рекомендации людям будем давать. Кто меня сейчас понимает? Вот это все приводит очень быстро к гибели бизнеса. Причем бизнес наставника не хромает. Понимаете, незаменимых людей нет. То есть наставник, как он дальше идет, и идет. У наставника уже сформировалось мышление, сформировались, понимаете, принципы и победы. И поэтому наставник идет и побеждает дальше с другими лидерами, которые достойны лидерства. Так вот, если ты внутри себе позволил подумать плохо на протяжении построения бизнеса о лидере, о наставнике, то ты рано или поздно сгоришь. Потому что бизнес мы строим на длительную дистанцию. Представь, ты там
про своего лидера плохо думаешь. Это может быть в силу разных каких-то обстоятельств. Или про наставника плохо думаешь. А потом тебе надо, к примеру, проводить тренинг в Германии. И как, например, ты будешь проводить со своим лидером или с наставником тренинг в Германии? Ты же неровно к нему дышишь. Как ты можешь с этим человеком в каком-то зале проводить встречи, собирать людей? Люди это все считывают, люди считывают энергию. То есть должна быть искренняя любовь и искреннее уважение к лидерскому составу, к людям, которые чего-то достигли, потому что они знают, как это делать. Да, бывает, к сожалению, что некоторые люди, когда достигают каких-то высот, их маленько переклинивает. Ну, знаете, у них появляется корона, у них какие-то звезды появляются, такое бывает. Но настоящий наставник и лидер такому человеку всегда поправит корону вовремя. То есть собьет вот эту звездную пыль. Лидер, наставник, он должен на протяжении всей длительной дистанции оставаться человеком, несмотря на ранги, несмотря на достижения, несмотря на, ну, в общем, несмотря на выслугу лет и так далее. Как это определяется? Определяется это очень просто. Как с вами общается человек? Помогает ли он решать вам вопросы? Помогает ли он вам какими-то советами? Отвечает ли он вам там периодически, когда есть свободное время, скайп, ватсап? Тратит ли он свое время, энергию и деньги на развитие общего дела? Проводит ли лидер, наставник какие-то презентации, какие-то тренинги, какие-то разговоры трехсторонние, групповые? То есть, понимаете, если человек что-то делает, то это видно. И запомните, всегда про людей, которые что-то делают, всегда про людей, которые что-то делают, начинают говорить некоторые люди плохо. Почему? Потому что люди, которые делают, у них растет доход. Люди, которые делают, у них растет карьера. Люди, которые делают, у них меняется жизнь. А другим это не нравится, что у них не такой рост, что у них не такой товарооборот, что у них не такой ранг. Кто меня понимает? То есть и начинается как бы зависть, начинается жаба внутри разума человека. И вот это губит бизнес. Бизнес человека, а лидер и наставник идет дальше и побеждает. Побеждает с теми людьми, кто, понимаете, вырос внутри себя, где вырос внутри себя и понимает принципы построения бизнеса. Вот это очень важно понять. Так вот, мы должны понимать, что наш бизнес – это бизнес отношений. И в первую очередь необходимо выстраивать, ну, отношения с лидером, с наставником. Почему? Потому что, к сожалению, партнеры приходят и уходят, а наставник остается. То есть ты с наставником не выстроишь отношения, с лидером не выстроишь отношения. Будешь держаться за каких-то 3-5 партнеров, а потом эти 3-5 партнеров уйдут в пирамиду и тебя бросят. И ты останешься ни с чем, потому что ты психологически был сломлен, и ты, ну, грубо так подчинялся прихоти людей, которые были в твоей группе. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? То есть, ну, например, проводится презентация, а тебе твои люди говорят: а, неверно презентация проводится. Проводится тренинг, а тебе твои люди говорят: а, неверный тренинг проводится. Делается какая-то работа, там, ролики, там, обучение, еще что-то. А твои люди говорят: а, неверно проводится. Да у меня опыт, да я все знаю. Да ты че, я там 10 лет бизнесом занимался. Да я там Крым брал, Москву брал. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть люди, ну, говорят вам,
что это неправильно, то неправильно. Но на самом деле они в БЭПике не выполнили ранг бриллиант до сих пор, не выполнили ранг платина до сих пор, не выполнили ранг золота до сих пор. Кто меня сейчас понимает? То есть они вроде говорят о том, что они опытные, что они, ну вот партнеры, да? Они говорят, да ты что там вообще там? А так-то смотрите, время идет, а золота у них нет. Время идет, а платины у них нет. Время идет, а бриллианта у них нет. Поняли мысль? Все знают, все умеют, всех учат. Товарооборота нет, дохода нет. И вот вам нужно не повестись на ваше окружение. И вам нужно четко быть в окружении лидеров, наставников, людей, которые успешно мыслят. И вам нужно изучить такое правило, называется это правило аттитюд. Французское слово переводится как позитив, позитивное мышление. То есть аттитюд. То есть мы должны с вами гасить негатив и поощрять аттитюд. То есть поощрять людей, которые меняются, которые идут вперед, которые трудятся в команде, которые работают на команду, на командный результат и ценят, Иван, то, что есть на данный момент. То есть очень важно выработать внутри себя благодарность. Многие люди думают, что лидер, наставник, все им должен. Должен отвечать утром, ночью, днем, должен вкладывать деньги, он должен. Вот это понятие нужно убрать. То есть никто никому ничего не должен. То есть мы делаем с вами общее дело. И если кто-то что-то сделал и внес вклад в общую победу, то мы должны с вами вырабатывать благодарность. Благодарность за слайд, благодарность за презентацию, благодарность за ролик, благодарность за тренинг, благодарность за поддержку, за подсказки, благодарность. То есть вот это чувство выработать, понимаете, чувство благодарности. Вот когда оно появляется у человека, то достижение становится гораздо больше. Вот гораздо больше. И что я хочу сказать. Старый опыт – это хорошо. Но когда что-то мы делаем новое, то нужен новый фундамент. Потому что старый фундамент старого дома не перенесешь в новый шикарный дом. Кто со мной согласен? Поэтому изначально нужно понимать, что вы, я и другие люди должны снять с себя старые победы, старые выслуги, ну, старую... В общем, все вот эти заслуги надо снять. Вы там крутой предприниматель, вы там крутой сетевик, вы там крутой учитель, вы там крутая мама. То есть вот это, все вот эти вот достижения, мы их должны забыть. Потому что речь идет о новом деле. И в новом деле новые достижения, новые победы. И вот ими нужно и апеллировать. То есть необходимо апеллировать новыми победами, новыми достижениями. Я, друзья, понятно излагаю мысль? То есть, если ты когда-то был генералом, то это уже в прошлом. Потому что в данном процессе ты здесь такой же, как и все. Если ты хочешь сказать, что нет, тогда стань бриллиантом. Докажи, что ты генерал здесь, но в ранге бриллианта. То есть, это делается товарооборотом. То есть товарооборот – это и есть твой бриллиант. Товарооборот – это и есть твой доход. А теперь вам сдаете экзамен, задаю вам вопрос. С чего начинается ваш товарооборот и бриллиант? Вот сейчас я вам задаю вопрос.
Я вам давал подсказки уже сегодня в тренинге. В первую очередь, все начинается с нашего мышления, позитива и доброты. Потому что продукт мы потом потребляем. Понимаете? Самое главное, мы должны начать излучать энергию любви и процветания, энергию уважения, энергию успеха. Понимаете? За нами только пойдут люди к нам в офис, к нам на презентацию, к нам на тренинг, к нам на встречу, с нами пообщаться по скайпу, по ватсапу, по вайберу, когда мы по-другому будем говорить, когда мы покажем успешную жизнь, когда мы покажем, что то, чем мы занимаемся, это достойно уважения, когда мы покажем, что достигают наши ученики, когда мы покажем, что мы достигаем в данном случае сами. То есть мысль заключается в том, когда мы покажем, с кем мы делаем бизнес, как мы его делаем. Уловили, да, идею? То есть идея заключается в этом. Почему вот за некоторыми людьми не идут, у них бизнес не растет? В мышлении сарай. В мышлении старый сарай. Старый вонючий сарай, где все сгнило, где крысы, где мыши, где все такое, знаете, земля, вода, воняет. Но не идут за таким мышлением, а человек не может это понять. А в нем злость. Он недоволен тем, он недоволен этим. Он недоволен всем, понимаете? А когда ты всем недоволен, так как за тобой пойдут люди? Вот, ребята, все начинается с доброты. С доброты, с доброты, с улыбкой, с позитива. Знаете, сколько мне на протяжении там определенного времени приходит негатива от разных людей? Это не то, так не то, это не так. И, понимаете, вы должны быть выше, выше этого негатива. Вы должны быть достойны большого успеха и идти вперед. Теперь, если вы это поняли, что нужно идти за наставником, то есть и вам нужно копировать навыки наставника, мышление наставника, поступки наставника и соответствовать этому. Тогда вас будут копировать ваши партнеры. То есть если у тебя сарай в разуме, если там все гниет, посмотрите на парня, кстати. Видите, парень какой счастливый? Вот, видите? Вот должна быть искренняя улыбка. Должна быть вот это. Ну, глаза гореть должны, блеск должен быть в глазах. В мышлении искры должны быть. Понимаете, исходить вот это вот, что-то такое невероятное. Вот эта сила притяжения, понимаете? Вы должны поймать вот этот кайф. Понимаете? Позитив. Вот начните жить вот так, и все. И вы увидите, как со временем начнет меняться ваша жизнь. Вот надо быть сильным, успешным, активным, следовать за наставником. Бизнес – это долгосрочная основа. То есть это не один год, это не три года. То есть вы выстраиваете отношения с наставником, вы идете вперед. Понимаете? И вы там достигаете высот на протяжении этого этапа. Так бизнес надо делать правильно, долго, на долгосрочную основу, много, то есть ежедневно и быстро. И все это нужно повторять. То есть все действия нужно повторять. Самый последний пункт запишите. Вот если первое — это мышление, доброта, позитив, пример, то последний пункт, это повторение всех ходов. К сожалению, есть люди, которые делают правильно. Ну, вот он стал добрым, вот он делает что? Потребляет продукт,
приглашает людей, делает заметки, показывает, что меняется жизнь. Но рано или поздно бросает бизнес, потому что нет результата. Знаете почему? Потому что последний пункт не включен в его рационе успеха. А последний пункт — это повторение. То есть необходимо повторять, так и запишите фразу. Тупо повторять все шаги, которые рекомендуют постоянно. То есть тупо повторять. Смотрите. Приглашать, потреблять, делать активность, ходить на презентации, ходить на тренинги. Кто уловил идею? Тупо делать все, что говорят, и делать постоянно. Вот этого не хватает. Не хватает вот этих навыков у людей. Трудолюбие, терпимость. В чем, например, мое отличие от некоторых людей? А вы зайдите, например, вчера презентацию в 19:30 Москвы проводил. Проверьте, в чатах во сколько я писал, WhatsApp, Skype информацию. Посмотрите, я вам писал комментарии, классы. То есть другие спят, я в это время работаю. Другие кушают, я в это время работаю. То есть смотрите, вы хоть посмотрите просто стиль жизни. То есть человек, прежде чем чего-то достигнуть, должен отдать что-то. Вчера на презентации, смотрите, был на тренинге, сегодня есть. Статусы сделал? Давайте проверим. Статусы сделал. Во сколько? В 6 утра, посмотрите, 5:52. Видите? Рассылку сделал в чаты, скайп, ватсап сделал. Рассказал, что будет обучение. Классы, комментарии проставил? Проставил. В инстаграмах вам прописал, понимаете? Вот это есть, понимаете, подход. То есть делать это нужно каждый день. И сегодня я буду выполнять то же самое. Но мне не стыдно за достижение, за доход. Потому что лично мой товарооборот и доход растет, потому что я плачу цену. Отказываешься от телевизора, отказываешься от постоянного отдыха, отказываешься от книг, там фантастика, романтика. То есть ты начинаешь делать то, что тебя сделает успешным. Вот, то есть обратите внимание, что успех не приходит просто так. Одной презентации мало, одного тренинга мало, одного ролика мало, одной заметки мало. Понимаете? И еще обратите внимание, это постоянно. То есть должна быть четкая цель, к чему вы идете, какого уровня вы хотите достичь в жизни, какого значения товарооборот. Итак, в первую очередь вы должны вот это понять. Все начинается с вас. Сегодня ночью я консультировал людей по WhatsApp, по Skype. Сейчас буду опять после тренинга консультировать тех, кто хочет этого. Сегодня я общался с людьми, мы говорили про турне по городам, по странам. Мы сейчас определяемся с людьми, с лидерами. А кто действительно готов стать лидером, кто готов в своем городе, в своей стране взять часть обязательств на себя. Может быть, это Москва, может быть, это Казахстан, может быть, это Санкт-Петербург, может быть, это Украина, может быть, это Беларусь, может быть, это Россия, может быть, это еще что-то, понимаете? То есть вот определяемся, мы смотрим в глаза, мы общаемся, мы смотрим то, что делают. Вот это вот изначально, что каждый из нас должен понимать. И многие люди думают, что пришел в бизнес и просто, знаете, стал успешным.
они совершенно забывают вот про такие вот моменты, что нужно согласовать сначала со своим спонсором определенные действия, что нужно согласовать свое мышление определенные действия. Для чего тебе этот бизнес? Чего ты от него ждешь? Какие у тебя цели на год, на два, на три? Определиться, сколько времени ты готов тратить. Определить, сколько ты контактов в день будешь, ну, то есть приглашать, общаться. Создать нужно список. То есть нужно сделать свой план и видение развития этого бизнеса минимум на 18 месяцев. Нужно каждый месяц на протяжении 18 месяцев делать заказ. Пакет номер 3. Нужно изучить сайт компании. Нужно изучить сайт компании. Нужно изучить сайт академии. Сайт должен быть активный, заказ должен быть активный. Академия должна быть активна. Настройки все должны быть сделаны правильно. Это очень важно. Связаться нужно со своим менеджером, со своим наставником, общаться, быть на связи. Добавиться в Skype. То есть у нас есть чаты. И нужно добавиться чат. Значит, Skype, WhatsApp на телефоне. Связаться с менеджером. Для чего? Чтобы получать достоверную информацию с корпоративным сотрудником. У нас есть корпоративный сотрудник. То есть у вас есть менеджер, у вас есть лидер и наставник. Менеджер — это человек, который вас пригласил. Вы ему задаете вопросы. Вот здесь есть кнопка менеджер. Вы ее нажимаете, связываетесь с ним по телефону, по скайпу, по почте и пишите. Если ваш менеджер не ответил вам, ну, например, я не всегда отвечаю людям по нескольким причинам. Первое, либо они малоактивны. Второе, либо нужно еще раз написать сообщение, потому что ваше сообщение улетело в конец. Ну, к примеру. То есть, отвечаю 80% времени лидерам. Лидеры — это кто активный, кто вот выполняет действия. Кто негатив, кто, ну, знаете, от кого воняет, кто негативом прет, таким людям вообще можно не отвечать, потому что вы только испортите свою ауру. То есть вам нужно сказать, либо ты меняешься, либо ты делаешь бизнес так, как ты хочешь. Ну, то есть люди, от которых прет негатив, у них, вы должны им честно сказать, у вас есть два пути. Первый путь. То есть ты какой бизнес хочешь? Такой, какой хочешь, или такой, какой надо? Если такой, какой хочешь, ты можешь делать бизнес так, как хочешь. Проводить свои встречи, думать, как, ну, делать бизнес так, как хочешь делать. Но если ты хочешь бизнес такой, как надо, тогда ты должен измениться и стать системным человеком во благо своей победы. То есть всегда человеку давайте выбор. Я, например, людей не заставляю. Я, например, людей не заставляю делать бизнес со мной, ходить на презентации, ходить на тренинги, делать ролики, делать заметки, консультироваться, общаться. То есть я не заставляю их брать пакет, продукт. Я говорю так, у тебя есть выбор. И я говорю, тебя поддерживаю. Смотрите, так как мы выработали доброту внутри, то мы говорим, у тебя есть два выбора. И я поддержу твой выбор, любой твой выбор. То есть если ты хочешь так, я поддерживаю твой выбор и на тебя не злюсь. Если ты хочешь с нами, я поддерживаю твой выбор и тебе помогаю. Вот так дипломатично общайтесь с людьми. Толерантно. Понимаете, да, друзья? То есть толерантно. Тебе не нравится, как мы делаем бизнес? Ты можешь попробовать сам создать что-то. Вот так, вот и все спокойненько. То есть, ну, без обид, без оскорблений, там, без нравоучений, а просто вот так вот, хочешь — пробуй, хочешь — делай, но я делаю так, как говорит наставник, потому что наставник не пожелает плохого, потому что наставник достиг каких-то результатов, потому что лидер достиг каких-то результатов, потому что есть
результаты людей, кто выполнил бриллианты, есть результаты, у кого растет доход. Значит, это работает система. Значит, эта система работает. Поняли мысль, да? То есть, если бы это не работало, не было бы бриллиантов, не было бы людей, у кого растут доходы. Вот и все. А если это работает, если появляются бриллианты, вот, что уж говорить, чтобы вам было понятно, товарооборот команды «Успех вместе» больше, чем весь товарооборот компании. Вот вы понимаете, да, что товарооборот команды «Успех вместе» больше, чем весь товарооборот компании. Это о чем-то говорит, как вы думаете? То есть это говорит о том, что наша команда делает самый большой товарооборот в мире. То есть больше, чем все страны мира мы делаем. Вот наша команда делает самый большой товарооборот. Вот так. Сумму, Елена, не надо знать. Объясняю почему. Все вот эти цифры, они не нужны. Они никакого значения не имеют для построения бизнеса. Нужно делать свой товарооборот, нужно делать свой баланс. В первую очередь, нас должны интересовать наши цифры. Что это значит? Это значит, что какая разница, если у кого-то там цифра, например, 100 тысяч долларов, у кого-то 500 тысяч долларов, у кого-то миллион долларов, она никакого значения не имеет по отношению к нашей цифре. Нам всегда нужно следить за своей цифрой. Кто понял, ну, стратегию? То есть мы должны следить за своим результатом, за своим товарооборотом, за своей активностью, за своими поступками. Делаем ли мы объем работы, создаем ли мы новые ролики, создаем ли мы новый исходящий поток, приглашаем ли мы людей, сколько людей мы зарегистрировали. Ну, то есть, я смотрю за своим бизнесом. Я не смотрю, как, например, бизнес делает партнер компании из Африки. Уловили, ну, мысль? Предположим, там есть какой-то лидер. Ну и что, а толку-то? Ну, есть там лидер, у него товарооборот там, допустим, 100 тысяч долларов или миллион долларов. А толку-то? Мне от этого не хуже, не лучше. Ну, то есть это его, это их, понимаете? А я смотрю вот так. Я смотрю, ага, то есть сколько людей зарегистрировалось в первую линию, видите? Я смотрю, сколько активных. Я смотрю, какие начисления я получил. Сколько человек я пригласил. Я смотрю, вот, вчера у меня подключился человек в первую линию с пакетом. И также у меня позавчера подключился человек в первую линию с пакетом. На этой неделе у меня несколько человек подключилось в первую линию с пакетом. Я же вам говорю, Елена, вот эти цифры, они не важны. То есть цифры знает только компания. То есть какой товарооборот у компании знает только компания. Но мне безразлично, какие там у них цифры. Еще раз объясняю. Эти цифры, они не делают нас успешней. Успешнее делают наши действия. Успешнее делает нас наш товарооборот. Объясняю. Есть компания Amway. У нее товарооборот 10 миллиардов. 10 миллиардов. Что? Ты стал от этого богаче. А у тебя от 10 миллиардов товарооборот 100 рублей. Ну хорошо, мы знаем, что у компании Amway товарооборот 10 миллиардов. Да, компания зарабатывает, у нее товарооборот 10 миллиардов, а у тебя товарооборот 100 рублей. То есть я вас прошу мыслить другими критериями. Другими критериями. То есть другие критерии – это те критерии, которые делают вас богаче, вас успешней. Поверьте мне, это так работает. Всегда мы должны думать в первую очередь, какой у нас товарооборот. Понимаете? И всегда мы должны создавать успех. Мы должны заботиться о своих цифрах. Идем ли мы к рангу бриллианта? Хватает ли нам товарооборота для бриллианта? Хватает ли нам товарооборота для платины? Что нам необходимо сделать? Вот так я мыслю.
То есть я всегда вот так мыслю. И это вот мне помогает. Ну, простой пример. Компания Amway делает 10 миллиардов товарооборот, и твой товарооборот 100 рублей в ней, ты получаешь 0. Допустим, компания B-Epic делает товарооборот. Ну, я к примеру говорю, пусть это будет самая маленькая цифра, пусть это будет 1 миллион. Пусть компания B-Epic делает 1 миллион. Но в компании Amway находится более 1 миллиарда человек, которые покупают там продукт и делят этих 10 миллиардов. А у нас, например, находится грубо активных 30 человек и делят 1 миллион. Поняли, как я мыслю? Вот у меня вот, вот такое мышление, нестандартное. Что лучше? Быть в компании, где 10 миллиардов товарооборот, и 1 миллиард человек там делят этот товарооборот. Либо 1 миллион товарооборот, ну я образно сказал, я не знаю, какой товарооборот у компании, я знаю, что у нас больше. И 30 человек делят, ну, активных лидеров этот, ну, объем. Где больше денег вы получите? Где больше денег лидер получит? Вот видите, вот что такое цифры. То есть значение цифр. Поэтому пусть будет товарооборот образно в компании 1 миллион, а ты сделай товарооборот 800 тысяч. Ну, образно. И твой товарооборот от пирога 1 миллион 800 тысяч. И ты получаешь 20% образно от 800 тысяч. Ну, вот так. Видите, я вообще другой, не такой, как все. И не хочу быть похожим на всех. Потому что если быть таким, как все, то это получается как раз статистика. То есть, если мыслишь как все, думаешь как все, то есть, апеллируешь как все, то ты статист. То есть, ты обычный статист. В первую очередь, я сейчас думаю, как увеличить товарооборот, как выполнить второго бриллианта. То есть, один бриллиант у меня есть, и я думаю, как выполнить второго бриллианта. И как мой мозг работает? Ага. Я должен сделать промо-ролик. Я его раз. Промо-ролик сделал. Дальше. Я должен сделать заметки в соцсетях. Исходящий поток. И я его раз. Вот сделал. Раз. Сделал два. Сделал три. Дальше. Я должен увеличить количество подписчиков. Сегодня суббота. То есть сегодня суббота, и ровно 7 дней назад я проводил для вас тренинг. Сколько подписчиков у меня было в Инстаграме, кто помнит? У меня два номера. 7 дней прошло. Кто помнит, какая цифра была? На одном и на втором такая же примерно цифра. То есть неделю назад было 9700. Я ставлю цель трудолюбие, то есть не досыпаю, не доедаю, все свободное время уделяю чему? Тому, чему меня научили: исходящему потоку, общению, консультациям, заметкам, видео, развитие соцсетей, YouTube, Instagram. И, заметьте, сегодня 12 тысяч живых, уникальных подписчиков. Ни ботов, ни купленных. То есть это реально живые подписчики, живые, настоящие. То есть за 7 дней я увеличил
Только на одном аккаунте 2300 живых людей. Живых людей. Часть из этих людей уже пришли на презентацию. И плюс на втором аккаунте также увеличил. Там было также меньше 10 тысяч. И на втором аккаунте 11200, то есть 1500 человек на втором. И получается 3500 за 7 дней, увеличение только в Инстаграме. Классно, нет, друзья? Еще раз говорю, не купленных, у меня другая стратегия, другая тактика. Есть как бы там тактики, где там покупают ботов и так далее, а это настоящие живые люди, которые сами на меня подписались. Сами на меня подписались, это очень важно. И это люди, которые целевая аудитория. Это люди, которые уже знакомы с разными видами бизнеса. То есть они такие, знаете, то есть целевая аудитория. И эти люди сейчас за мной следят. Понимаете, эти люди сейчас думают. Вы поняли, как я отношусь к цифрам? Я отношусь вот так. То есть мне надо выполнить бриллианта. Что это значит? Это значит, у меня есть два номера. На одном номере я уже бриллиант. Бриллиант. Это значит 7500 баллов слева и 7500 баллов справа. На другом номере я пока платина. Это значит, что вот здесь есть 7500 баллов. А здесь пока плавающий товарооборот. И мне надо вот сюда сделать 7500 баллов. В неделю. И что я должен? Увеличить исходящий трафик доброты, правильного примера, полезных действий. И тогда придут люди, которые начнут делать этот бизнес. И вот видите, мне не стыдно показывать свой офис. Мне не стыдно показывать свой офис, потому что я захожу и, видите, показываю. Вот у меня идет углубление туда, куда мне надо, видите? Туда, куда мне надо. Вот. Шаура одного зарегистрировал. Вот Шаура второго зарегистрировал. Второй человек уже купил пакет. Вот Шаура третьего зарегистрировал. Вот Шаура четвертого зарегистрировал, он купил пакет как раз на этой неделе. Вот Шаура пятого зарегистрировал, он на этой неделе купил продукт. Уловили идею и мысль, друзья? То есть я же вам показываю, как это делается. Нестандартное мышление. То есть нестандартное мышление. То есть мыслить не так, думать о другом и делать не так, как все. Все. Вот это вот правильная позиция. Вот обратите внимание. Я иногда в чатах пишу, в скайп, ватсап. Ребята, 3 часа ничего в чат не пишем. Кто-нибудь обращал внимание? А многие люди, вот я написал, ребята, 3 часа не пишем, а они в чат пишут. Обращали внимание? Вот видите, нестандартное мышление. Я говорю, не писать, а люди пишут. Я говорю, сейчас надо приглашать людей. Сейчас нужно приглашать. То есть чат не сделает нас богатыми в момент, когда скоро будет презентация. То есть чаты созданы для того, чтобы лидер, наставник дал информацию, полезную информацию. То есть какой-то ролик, какую-то картинку. Картинку, ребята, имеется в виду не доброе утро, не а-а-а. То есть картинка доброе утро опять же нас не делает богатыми. А понимаете, четкие рекомендации. Делаем такую-то заметку. Делаем такие-то фотографии, приглашаем таким-то образом. Посмотрите вот этот тренинг.
Ну, то есть, вот рекомендации. И чаты, по идее, они должны вообще молчать. То есть, в чатах должна быть тишина, и там должна исходить информация от наставника и лидера, а другие люди должны выполнять это, по идее. Но так как, видите, все люди разные, и у них понятие бизнеса разное, и у них понятие чатов разное, все ведут себя по-разному. Так вот, перед презентациями все люди приглашают. Перед презентациями. Вы хоть раз видели, чтобы я перед презентацией сидел и в чатах с кем-то общался? Нет. Всегда перед презентацией меня нет в чатах. Почему? Успешный человек знает, что презентация — это хлеб. И нужно сделать заметки. Инстаграм, Контакт, Фейсбук, Одноклассники. Нужно сделать рассылку по своим каналам. Кого-то позвонить, по телефону позвать, кого-то по скайпу, по ватсапу. То идею понял. То есть, видите, то есть на презентации нужно приглашать. Нужно увеличивать свой список приглашенных. Смотрите. Видите? Вот он, список приглашенных. Сколько человек мы регистрируем в систему? 21-го. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12 человек 21 числа. 20, 1, 2, 3, 4, 5. 5 20 числа. 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15. 15 человек 19 числа. 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 15 человек 18 числа. Это все люди, приглашенные разными путями. Скайп, ватсап, заметки в соцсетях, исходящий поток. Понимаете? И заметьте, у меня нет никаких сайтов других. Заметьте, у меня нет никаких сайтов. То есть у меня вообще нет никаких сайтов. У меня есть система, куда я приглашаю. Меня научили работать через систему, использовать страницы захвата системы, лендинги системы. Все люди проходят через систему, через конвейер правильный. То есть подсказка – сконцентрироваться на входящий поток в академию. Чем больше будет входящего потока в академию, тем больше у вас будет достижений. Почему? Потому что в академии эффект третьего лица становится стократным. Когда я говорю, напишите результаты в чат. Люди пишут результаты в чат. По продукту, по доходу. То есть наш результат в академии стократный. А когда люди работают по отдельности, то эффект третьего лица, его просто нет. А здесь стократный пример. Во-первых, прямой эфир, позитив. Люди, вау, вот эта энергия, результаты пишут, разные страны, стократный результат. Но к этому тоже нужно прийти, до этого нужно вырасти. Понимаете? Нужно собирать людей дома, в офисах, возле мониторов. То есть вот садить людей, и вот чтобы они смотрели. И это надо делать постоянно, увеличивать трафик, входящий в академию. Поэтому нужно изучить сайт компании, сайт академии, связаться с менеджером, с наставником, добавиться чат WhatsApp, Skype. В чатах нужно себя вести правильно. Что такое правильно? Если наставник просит тишину, значит нужно соблюдать тишину. Если дальше люди пишут, это неуважение к наставнику, а неуважение к наставнику и к лидеру приводит тебя к гибели. Ну то есть... Твой бизнес не будет расти, потому что ты не понимаешь, что такое системные действия. Вот. Поэтому чаты, они должны быть деловыми. Чаты должны быть деловыми, то есть деловыми и позитивными. В чатах можно давать ролики по бизнесу B-Epic, фото с доходом и с результатом по продукту по бизнесу B-Epic. В чатах, понимаете, должна создаваться атмосфера рабочая, деловая и успешная.
То есть тогда будет результат. Вот, к сожалению, очень часто, когда в чат заходишь, там одни поздравления не с рангами, а поздравления там, ну просто картинки там, доброе утро там, розочки присылаются, чай там. Вот это все неправильно. Представьте, 600 человек в чате, и все 600 напишут привет и картинку сбросят с добрым утром, там, с добрым вечером. То есть это будет уже не деловой чат. Это будет чат общения людей с добрым утром, с добрым вечером. Кто понял? Вот разница, да, деловой чат и не деловой чат. Деловой чат для получения информации. Информации. Вот, а чат по созданию, по общению, каждый человек может создать отдельный чат свой, где он может общаться, ну, например, со своими людьми и присылать туда розочки там и так далее, и так далее. То есть это можно делать в своих чатах. Командный чат – это рабочий чат, где должен быть позитив, туда надо добавлять партнеров, оплаченных, активных. В общем, изучили сайт компании, изучили академию. Важно посещать тренинги. К сожалению, не все посещают тренинги. За последнее время для вас было проведено, смотрите, тренинг «Бэпик. Тайные знания, как стартовать», «Цена твоего успеха», «Тренинг прорыв», «Секретный тренинг для первой линии», «Тренинг ценности труда», «Тренинг основные правила бизнеса». Представьте, сколько тренингов было проведено. Но я могу сказать, что 80% людей эти тренинги все не видела. Ну, вроде они делают бизнес. А вот на всех тренингах они не были. Вроде они делают бизнес, а все эти тренинги не пересмотрели. Вот от этого и результат, от этого и мышление. Один делает два бриллианта, второй не может сделать золото. Поняли, да, разницу? То есть один два бриллианта делает, а второй золото выполнить не может. Это и есть подход к твоему бизнесу. То есть, насколько ты обучаем, насколько ты гибкий, насколько ты системный, насколько ты готов это все изучать. Вот все вот эти тренинги я вам реально рекомендую. Каждый из этих тренингов хорош, и если их прослушать, то твоя ценность на рынке вырастет. У тебя, во-первых, вера вырастет, мышление вырастет, знаний больше станет, понимание больше станет. Ты станешь другим, не таким, как все. Вот. Нам нужно приглашать людей. Есть горячий список, есть холодный список. Горячий список – это люди, которых вы знаете, с которыми вы можете пообщаться лично. Холодный список – это люди, которых вы мало знаете, либо вообще не знаете. Но холодный список, его нужно постоянно расширять. Ну, например, вот я вам показал, что в Инстаграме у меня выросло количество подписчиков. То есть, на данный момент я могу говорить вот так, что 3500 человек на двух аккаунтах я могу прибавлять за 14 дней. То есть где-то за 14 дней я могу прибавлять 3500 человек. За месяц я могу прибавлять 7000 человек. Нормально, нет? То есть 7000 человек я могу прибавлять за месяц. 12 месяцев. В общем, 85 тысяч человек я могу прибавлять за год. Только в Инстаграме на двух аккаунтах. Вот на данный момент я знаю эту тактику, как это делать. Но я могу обучить людей этому, кто хочет. А кого нужно обучать? Преданных людей, последовательных людей, людей благородных и благодарных. Понимаете? То есть, вот эти ценности, когда мы передаем, они передаются на более высоком уровне. Ну, то есть, лидерам. Люди, которые пойдут за тобой до конца. Люди, которые пойдут с тобой побеждать.
85 тысяч человек за год, скажите, это круто? Причем это целевая база, целевые подписчики. И при том, это на два аккаунта, и при том, что в данном случае это не платная реклама, то есть это бесплатный метод. Это бесплатный метод, правильный, понимаете? И я показываю это цифрами, что это можно, понимаете? Я цифрами это показываю. Именно цифрами. Но не забывайте прогрессию. Что такое прогрессия? Это я вам показал, что 85 тысяч на два аккаунта я за год прибавлю. Но прогрессия это что? Прогрессия, вот как делается товарооборот бриллиант в компании? Как делается? Когда у тебя растет сеть, то бриллиант потом делается быстрее. Так вот, количество, вот это 85 тысяч за год, так как вот здесь будет подписчиков больше, классов будет больше, значит, помимо вот этой тактики, твои заметки, твое видео будут видеть и другие люди. Поэтому вот к этим 85 тысячам людей еще может прибавиться на два аккаунта еще 85 тысяч. Кто понял идею? То есть, когда ты делаешь исходящий трафик правильный, когда ты делаешь постоянные действия, ежедневные постоянные действия, то потом происходит важный момент, что идет конверсия больше, потому что идет больше исходящего трафика за счет тех людей, кто есть. Вот это тоже нужно понимать. Видите, время надо. Время надо на YouTube, время надо на Instagram, время надо на соцсети, время надо на презентации, на тренинги, время надо на общение с людьми. А эти же люди пишут Skype, правильно? Эти же люди с тобой общаются. То есть нужно время, видите? Отвечать. А значит, надо не досыпать, не доедать. Значит, надо работать сверх нормы. Сейчас, смотрите, май. Я предлагаю сделать как? Турне по городам. И турне по городам, это значит потратить время на самолеты, на залы, потратить время на перелеты. Другой человек может отсидеться дома, а другой человек принимает решение лететь туда, где его ждут. Поняли идею? Вот видите, другой отсидится дома, другой на презентацию не придет, другой на тренинг не придет, а вы должны быть не такими, как все. Вы должны быть не такими, как все. Кто у нас тут с Иркутской области? Поставьте любую циферку, кто с Иркутской области. Вот, давайте с вами договариваться. Давайте на следующей неделе в Иркутске встречу проведем. Живую встречу. Например, 27 апреля 19:00 местного или 14:00 Москвы. Как вам? Будем проводить? 27 апреля. Четверг. Раньше надо, или четверг, время подготовиться. Соберете людей, чтоб стыдно не было. То есть соберем людей, пригласим людей, фото сделаем, видео сделаем.
Кто с Иркутской области, поставьте циферку. Любую. Может, кто-то не услышал. И вот, ребята, смотрите, давайте с вами... Ну, Галина, 19:00 самое рабочее время. В другое время не проведешь. Люди на работе, с работы едут и так далее. Значит, вот, ребята, давайте 27 апреля начинаем турне по городам. 27 апреля в 19:00 местного, в 14:00 Москвы. У вас есть шанс позвать 10, 20, 30, 100 человек, наполнить зал. Я в понедельник вам дам информацию, в каком зале будет. Все, объявляем, что 27 апреля в 19:00 местного, город Иркутск. И вот я поеду туда, мог бы не ехать. Правильно, друзья? Вот видите, то есть, если вы чего-то хотите достичь, вы должны отдавать. А многие хотят на халяву всего получить. То есть многие хотят чего-то достигнуть, уровня бриллианта или вообще, ну, какого-то результата. Понимаете, нужно отдавать. Посещение всех презентаций, посещение всех тренингов, выполнение всех рекомендаций, работать сверх нормы, отвечать людям, помогать людям, быть примером. Кто меня понимает? Вот что приводит людей к успеху. Но самое главное, Валентина, не только нужно приглашать на презентации, на тренинги, а нужно быть самому-самому первому. Вот в чем состоит успех. Вот где закладывается большой успех. Теперь смотрите. Вот методы приглашения. Я вам говорил о том, что есть возможность приглашать людей голосом, и есть через соцсети. И я вам давал два тренинга. Но опять же, я знаю, что многие люди не смотрели классов и комментарии, мне жаль. Тренинг «Психология» здесь как раз рассказывается, как приглашать вживую. И тренинг «Как работать в соцсетях». То есть это уже надо было просмотреть. Вчера это надо было уже делать на практике. Вот этих два тренинга обязательно. Тренинг психологии и тренинг соцсети. Скоро будет тренинг по Инстаграму. Но по Инстаграму я не могу обучать людей, которые не посмотрели основные навыки. Основные навыки продвижения соцсети, основные навыки тренинг психология, потому что стратегия будет непонятна. И еще важный момент. Аккаунты должны быть открытыми. Если у вас закрытый профиль в соцсетях, вам, даже если класс нажмет, ваш партнер, то вы не сможете, вот смотрите, видите, закрытый аккаунт. Вам никто ни классы не нажмет, не посмотрит вашу информацию. И даже если человек, который подписан на вас, нажмет класс, то его не увидят другие. То есть все каждый профиль должен быть открыт. В общем, видите, бизнес, он имеет разные тонкости. Все эти тонкости нужно знать, на это надо время. Поэтому откройте все свои профиля, весь свой профиль во всех соцсетях. Ну и вот, здесь я вам дал два тренинга, как работать с горячим, получается, списком, и как с холодным. Потом вы приглашаете людей на презентацию. То есть мы не сидим в чатах, не общаемся.
Я вот иногда захожу в чаты, и тут люди между собой общаются. Час, два, три часа общаются. Я просто думаю, откуда они будут богаче. Вот смотрите, время 18:08. И вот у них диалог идет. Видите? То есть они общаются. Вот смотрите, сколько часов. Вот смотрите. Фантастика. То есть они общаются между собой более 3 часов, более 4. Офигеть. То есть они общаются 4 часа в чате и друг другу что-то доказывают. 4 часа потраченного времени никуда. Представьте, 4 часа люди потеряли. Они 4 часа смотрели, слушали и между собой общались, а этих 4 часа надо было посвящать другому. Поняли, да, о чем я говорю? И смотрите, меня нету, я 4 часа с ними не общался. Я в это время, понимаете, приглашал людей на презентацию. Кто понял разницу? То есть, когда ты тратишь время не туда, ты не те награды получаешь. Поэтому четко, друзья, понимайте, что вы должны четко инвестировать в свое время. Время оно одно. Время оно одно. То есть не надо сидеть с соседкой на лавке и разговаривать о том, какая плохая погода, какое плохое правительство. Вы все свое время должны инвестировать в победу, в успех. Вы должны загореться целью стать бриллиантом. Цель – стать бриллиантом. Цель – стать бриллиантом. И вы должны четко понимать, кто такой бриллиант. Поэтому приглашаете людей, они приходят, потом даете им дополнительный ролик и спрашиваете, готовы ли они бизнес делать, либо хотят они быть клиентом, что им больше понравилось. Видите, бизнес – это целая система. То есть нужно запланировать работу с новичком, заключить психологический контракт с собой, начать делать практические действия, изучить именно бизнес-план, изучить первые шаги. То есть вы должны разбираться в этом. Развитие, да? Нужно развиваться. Развиваться постоянно нужно. И вот видите, исходящий поток приводит к входящему потоку. То есть исходящий поток – это живое общение с людьми по телефону, при встрече, в интернете. Плюс исходящий поток – это вот заметки, ролики. Цель – не рассказать о бизнес-плане, а заинтриговать, вызвать интерес и привести на презентацию. Как делают партнеры? Они берут с одним человеком, созваниваются – и час ему, другому партнеру другой компании, со слюнями рассказывают, у нас классный бизнес. Ну то есть, представьте, человек работает в другой компании, Amway и Гербалайф. То есть человек уже зазомбирован. Все, он уже зазомбирован. И вы ему целый час по скайпу, по телефону рассказываете, какая у нас классная компания. А он вас не слышит. Он все уже, он уже женился, он уже замуж вышел. Кто понимает? Он вышел замуж за Гербалайф, за Amway, он там 10-20 лет. Он уже системный человек, полностью адаптирован под этот бизнес. А вы ему, представьте, час-полтора по скайпу, по телефону, рассказываете о бизнесе. Вы не уважаете свое время. Так делать нельзя. Теперь скажите, с кем из вас я по скайпу общался час-два и рассказывал о бизнесе и чертил вам что-то? Было такое хоть раз? Я хоть раз кому-то час-два с вами сидел, но представьте, каждому час-два в скайпе. Но это же просто абсурд. Такого не должно быть. То есть четко вы должны понимать, все общение должно быть деловое, конструктивное, интрига. И у нас есть академия, где, вот у меня есть люди, я их добавляю в чат WhatsApp, у меня есть люди, я их добавляю в чат Skype, у меня есть люди, я их приглашаю в академию, и я в одном потоке все всем сразу и рассказываю. И
какие-то узкие вопросы мы обсуждаем в личной беседе, но это коротко. Вот такой правильный бизнес. Поэтому вам нужно четко, когда вы приглашаете людей, цель общения, заинтриговать, вызвать интерес, привести на презентацию. И вот я пишу. Вот я пишу, смотрите. Вот я пишу. Ребята, сегодня презентация 19:30 Москвы. Сейчас нужно 3 часа молчать в чате. Звоним на телефон потенциальным партнерам и клиентам. На скайп, на ватсап, на вайбер. Коротко говорим 30-60 секунд, не больше. Смотрите. 30-60 секунд мы должны уделять человеку. Позвонили. Коротко мотивацию дали, интригу дали. И потом, если человек говорит «да», даем ссылку на презентацию. И даем промо-ролик. На, посмотри вот промо-ролик. А промо-ролик вот короткий, видите? Вот короткий промо-ролик, который... Он чисто интригует. Он чисто интригует. То есть наша задача чисто дать интригу. Тогда вы за час сколько звонков сделаете? Смотрите, вы за час можете обзвонить в скайпе 60 человек по 60 секунд. Чисто заинтриговать. Привет, Коля, мы давно с тобой не общались. Слушай, есть супер тема. Там сейчас люди зарабатывают. Идет запуск. Есть хорошая позиция. Вот тебе промо-ролик, посмотри. Скоро будет презентация. Если захочешь, я тебе дал ссылку, ты зайдешь, посмотришь. Поняли мысль? Все. Вам надо просто сказать короткие какие-то фразы, которыми задеть человека. А когда вы час рассказываете по скайпу, по телефону, а потом зовете на презентацию, он говорит, а зачем я пойду на презентацию? Ты же мне уже все рассказал. Ну так или не так, друзья? Ты же мне все уже рассказал, зачем я пойду на презентацию? Вот. Поэтому есть правильная модель бизнеса. Ничего не рассказывать, чисто интриговать. И тогда у вас конверсия будет больше входа в бизнес. Вот. Вам необходимо понять, что такое активность. Это ваша личная активность и активность партнеров. И тебе она дает квалификацию. То есть, если ты один, вот здесь взял продукт, вот здесь, то ты активен, но ты не бриллиант. А чтобы ты был бриллиантом, у тебя должно быть за неделю 7500 баллов слева и 7500 баллов справа. А это значит, что ты должен быть не только активен, но и должна быть активность твоих партнеров. Только так ты получаешь ранг. Так вот, чем наш бизнес хорош? Вы становитесь бриллиантом только в одном случае. Кто знает, в каком? В каком случае вы становитесь бриллиантом? Кто мне подскажет? Друг с Израиля подскажет мне? Может, Ваня Сангаска подскажет? В каком случае вы становитесь бриллиантом? Не стесняйтесь. Есть один четкий ответ. Так вот, ответ заключается... Вот в чем. Бриллиантом становится человек только в одном случае, если он своими действиями, своими поступками помог заработать другим людям в команде. Цель лидера не самому заработать, а помочь заработать своим партнерам. К сожалению, многие люди думают только о своих деньгах, и поэтому их бизнес не идет.
Когда ты думаешь о своем успехе, это поражение. Изначально мы должны думать о том, как увеличить качество, эффективность и доходную часть наших партнеров. Вот о чем мы должны думать. И в свое время, я Ивану Вовку помог выполнить бриллианта несколькими способами. Первое. Я ему выстроил одну сторону. Второе. Я помог ему углубить его сторону. Поработал с его людьми в Казахстане, ездил, выступал. Поработал с его людьми в академии, собрал определенную группу по скайпу. Кто помнит это? У меня был закрытый тренинг, там было 20 человек в скайпе. Это было специально сделано, чтобы он был бриллиантом. Просто я об этом никому не говорил. Понимаете? Качнул его лидеров, дал мотивацию, лидеры стали делать. Поняли мысль? То есть, чтобы заработать мне нужно помочь человеку заработать. Вот так. То есть, создайте под собой россыпь бриллиантов, и вы будете тоже бриллиантами. Ваша цель – помочь заработать людям. Вот какая цель должна быть изначально. Поэтому вы должны им показать короткие, логичные и полезные рекомендации. Например, к чему идти? Цели ставить. Цель должна автобонус им делать. То есть это уже первые деньги. То есть научите людей зарабатывать. И сами будете зарабатывать. Думайте о доходной части партнеров. Вот. Поэтому ошибка, друзья, когда вы развиваете сразу же 3-5 номеров, у вас нет баланса, вы людям тогда не углубляете их для бриллианта, понимаете? То есть это вы должны четко понимать. То есть нужно сначала, вот многие люди как делают? Они начинают делать бизнес, открывают золотой треугольник там или пятиугольник. И начинают все эти номера сразу развивать. Это самая, ну, печальная ошибка, потому что вы людям не даете вот что. Видите? Мои люди получают что? Переливы. Видите, друзья? Переливы. Потому что я не работаю на множество номеров. Понимаете? То есть я помог людям, поставил и дал им, понимаете, углубление. И помогаю им раскачивать вторую их ногу. То есть цель вот такая, то есть думать не о себе, а о людях. Свой второй, третий или четвертый номер можно развивать только через полгода-год. Понимаете, когда вы людей углубили, когда вы под ними сделали баллы и помогаете им, ну, в другую сторону работать. То есть это тоже очень важно. Теперь, автошип – это активность академии и активность в компании. Активность компании – это мы берем пакет номер 3. Активность в компании – это мы берем пакет номер 3. Это активность компании. Пакет номер 3. И мы берем академию. Тоже. У многих людей академия неактивна. У них нет лендинга, у них нет страницы захвата, у них нет статистики. Внимание! Еще раз показываю. Я сейчас вижу, что Наталья с Украины в прямом эфире. Наталья, вы меня слышите? Если слышите, любую цифру в чате. Вы поняли, что такое академия? Академия – это круто. Академия тебе дает, понимаете, понимание ситуации. Так вот, у тебя должна быть активность академии и активность в компании. Тогда результат у тебя будет больше. А еще обратите внимание, у нас сегодня тренинг не совсем длинный. То есть меньше 2 часов. Но не все люди сегодня на тренинге до конца досидели. Вы заметили? Не все. То есть как люди относятся к своему бизнесу?
Не все пишут в чате. Это значит, кто-то зашел с телефона. С телефона. Ну, например, вот здесь там значок там Петров. И он просто зашел на тренинг с телефона, чтобы якобы показать, что он на тренинге. А сам в это время, например, отдыхает там на турбазе или в кино пошел. Вот эта тактика, она проигрышная. То есть проигрышная просто заходить и не быть на тренинге. Понимаете мысль? Потому что на одном из тренингов к тебе придет понимание бизнеса. На одном из тренингов. То есть, знаете, вот некоторые как, просто зашли, ушли. Типа показать, что они на тренинге. Но дураков-то нет. Дураков нет. Ведь на протяжении тренинга я задаю вопросы. Провокационные вопросы. Я говорю, как вы думаете, ответьте. Заметили, друзья, или нет? Ну, то есть, провокационные вопросы задаю. Я смотрю, кто пишет в чате, кто присутствует. Я, кто с Иркутска, дайте там значки. Кто там, в Иркутске будем проводить встречу? А кто там, видите, вот понимаете, хитрость в том, что я тоже хитрых выявляю. И потом снимаю внимание с хитрожопых. То есть, если я вижу, что человек хитрит, он значит, он не системный. Понимаете, я не могу ему уделять много времени, ему нельзя много времени уделять, он не системный, он не может быть системным. То есть вот есть определенные законы. Дальше. Тренинг короткий, но часть людей до конца не досидела. Это значит, человек не может себе посвятить 2 часа раз в субботу, чтобы получить какие-то рекомендации и их выполнять. А поверьте мне, сегодня были рекомендации, которые нужны. Согласны, нет? И заметьте, я всегда еще чат вот так просматриваю. Я всегда просматриваю чат, я смотрю, кто на тренинге находится. Понимаете? Почему? Потому что я должен четко понимать, кому сколько времени уделять, кого прокачивать в Инстаграме, в соцсетях, в Ютубе, чьи показывать фотографии по доходу, по продукту. То есть, понимаете мысль? То есть, мы четко понимаем, что наше время стоит дорого, и мы должны его уделять правильно. И поэтому, к сожалению, не все люди даже могут досидеть до конца. Значит, они неправильно планируют свое время, либо они недооценивают то, что их может сделать успешным. Вот, поэтому обязательно должна быть активность академии, активность в компании. И все это нужно делать в командной работе. И самое интересное, нужно быть гибким. То есть, человек должен получать знания и сразу же их на практике выполнять. То есть, если ты раньше в чатах общался 2-3 часа, то ты теперь показываешь своим поведением, что ты в чате не общаешься, потому что ты свое время тратишь в другое место. Если раньше ты не создавал ролики, ты создаешь ролики. Если ты раньше не делал заметки в соцсетях, ты создаешь заметки в соцсетях. Поняли? Ну, логику. То есть важно очень быстро перестраиваться и правильно инвестировать свое время. Вот. То есть вы поймите, мы живем один раз. Нам нужно увеличить исходящий поток. А исходящий поток, это значит не надеяться на чужие цифры. Нужно надеяться на свои цифры. И нужно в систему найти людей, кто будет системным. Поверьте мне, мы выйдем на достойные результаты рано или поздно, когда начнем двигаться. Подводим итог. Все, о чем я говорю, должно быть не пустословием. Все, что вы делаете, должно быть не пустословием. То есть, если я говорю, надо ролики делать, вот они ролики. Если я говорю о том, что нужно делать заметки, вот они заметки. Если я говорю, что нужно быть на презентациях, на тренингах, вот мы находимся. Если я говорю, что в чате должна быть деловая обстановка и правильно давать информацию, значит так оно и есть. Если мы говорим о том, что нужно делать ранги, значит мы их делаем. Ну то есть, понимаете, пустословие, это когда человек просто пустословит, пустое место. А когда человек аргументирует и делает так, и видят его партнеры, ага, он мне глубину строит,
он ранги мне делает, он товарооборот мой увеличивает. Видите? Вот это называется не пустословие. Он действительно расширяет первую линию, он действительно делает исходящий поток. То есть вот это вы должны понимание, понимаете? В города едем. Все, кто хотел бы, чтобы я куда-то приехал? Где я нужен, друзья? Вот где я нужен? Куда хотите, чтобы я прилетел? Где вы готовы сделать турне по городам? Вот 27 апреля делаем Иркутск. С 10 по 30 мая готов вылетать. Вот, смотрите, 3 человека написали Москва мгновенно. Значит, я там нужен. Все, в Москве буду, видите? То есть, Москва в большом количестве, значит, все, я там нужен. Вот так определяется. Казахстан не пишет, значит, не нужен. Уловили, друзья, мысль? То есть, все, Москва нужна, все, поехал. Значит, Москва и Иркутск точно. Два города объявляю. Москву точно прилечу и в Иркутск точно прилечу. Потому что смотрю по эффективности лидеров и так далее. В Бишкек, Марина, можно. 150-300 человек. И я у вас в Бишкеке. Я вообще Бишкек люблю. Мне там нравится. И 150-300 человек, к вам прилетаю, и там классно мне. Вообще там в Бишкеке очень вкусная еда, горы, Иссык-Куль. Сейчас покажу вам, друзья, когда я был в Бишкеке. Так Казахстан, Куляш, 2 человека только написала. Разве это нужен? 2 человека. А Москва вон, все хотят. Но минимум 100 зарегистрированных. Минимум 100 зарегистрированных партнеров. И вообще актив, должны какие-то лидеры быть. Должны быть истории по доходу, по продукту. Чтоб я приехал, и у нас там была история. Вот так. Поэтому Москва точно, Иркутск точно, еще несколько городов посмотрим по эффективности людей. Только много поездок, видео, событий. Вот, смотрите, это вот в Бишкеке я был. И там блюдо готовили, смотрите какое. Вкусное блюдо. Приз приготовили в Бишкеке. Вкусное. Вот так. Поэтому Бишкек люблю, прилечу 150-300 человек. Итак, Иркутск и Москва точно. И еще несколько городов и стран определим в процессе. Кто готов действовать. Санкт-Петербург никто не написал, значит, Санкт-Петербург отпадает. Вот. Пока я вижу Москва и Иркутск, все. И вот, друзья, что получается. Берем пакет номер 3. Тактика, вот к чему каждый должен стремиться. Вы берете пакет номер 3 и приглашаете... И приглашаете 4 человека с пакетом номер 3. И каждый из этих четверых приглашает с пакетом номер 3. Вот это ваша тактика. То есть изначально деньги вот здесь.
изначально деньги вот здесь. То есть вы берете пакет номер 3, приглашаете 4 человека с пакетом номер 3, и каждый из этих четверых приглашает еще по 4 человека с пакетом номер 3. То есть изначально это вот такая тактика. То есть бриллиант это в последующих целях. То есть бриллиант это большие деньги. Все ваши новички и вы должны 4 человека пригласить за месяц с пакетом номер 3. Вы пакет номер 3. И каждый из них по 4. Тогда вы будете получать за такую структуру $500 за приглашение. То есть $500 за автобонус, $150 за приглашение и $25 за бинар. То есть $625 вы получите за месяц, если пригласите 4 человека с пакетом номер 3, и каждый из них позовет по 4. Вот ваши первые деньги, $625. Вот чему нужно учить людей. $625 за месяц. Это если ты берешь пакет номер 3, позвал 4 человека с пакетом номер 3, каждый из них позвал 4 человека с пакетом номер 3, то ты получаешь $500 автобонус, $37.5 за каждого, за приглашенного, ты позвал 4, это $150, и до 20% ты получаешь за бинар, это $25. Всем понятно, да? Вот они первые деньги, $625 в месяц, минимум. А потом вы повторяете, еще четверых позвали и тем помогаете, еще четверых позвали и тем помогаете. Потом у тех появились люди в глубине, тем помогаете, у тех еще появились, тем помогаете. Изначально вот так делаете бизнес. Первая цель $625. Это вы позвали 4 за месяц и те по четверо. Все, $625 вы заработали. Минимум. Вот это первая цель. Всех новичков учить этому. Потом вспоминайте последний пункт. Последний пункт. Повторять то, что делаешь каждый день. Поняли мысль? То есть последний пункт. Да, получится 675, 150 плюс 500 и плюс 25. То есть $675. Вот эти первые деньги. Это хорошие деньги за первый месяц, поверьте мне. Вот это первая цель, все, ее делаем. И последний пункт вспоминаем, повторение. И повторяем, хорошо? Повторяем. Отлично. Друзья, все, кто меня услышал, вы будете большими. Вот так мы работаем. И если так работаем, то потом растет карьера. То есть карьера это 1000 баллов. Слева 1000 баллов, справа серебро, 2500 баллов слева, 2500 баллов справа золото за неделю, 5000 слева, 5000 справа платина и 7500 слева и 7500 справа бриллиант. То есть вы сначала делаете автобонус, потом еще повторяете, еще четверых зовете, те повторяют. Поняли мысль? И всегда повторяем, и тогда на протяжении 6 месяцев за счет повторения увеличивается ширина и глубина. И те то же самое делают. И вы становитесь серебром, золотом, платиной, бриллиантом. Только так. Только так. Все. Я вам дал сегодня четкие шаги. Четкие шаги. С вами был ваш друг Андрей Шаура. Всем любви, процветания и успехов.